Ну что, друзья, всем доброе утро. Мы находимся на тренировочных заездах в Сочи Дрифт Челлендж, на коммерческих тренировках. И сейчас уже 89 пилотов стоит на старте. И смотрите, как... То есть это все очередь на старт. И чтобы вы понимали, начинаются заезды вот оттуда. В принципе, сейчас мы наблюдаем, что здесь машин... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... В принципе, 15 автомобилей. Я думаю, минут через 15 я поеду как раз-таки в тренировочную попытку. Да, а вот смотрите, как сейчас выглядит Сочи автодром. Это новая конфигурация трассы. Сокращение, это вот второй поворот. Раньше здесь была площадка для дрифта, но сейчас, как мы можем увидеть, площадки для дрифта нет. Но кто-то уже крутил пятаки.